Один такой комплекс вмещает в себя 6-8 тонн семян. Этого объема в среднем хватает на 1000 гектаров пашни. Сегодня амурские аграрии благодаря современной технике буквально форсируют сроки посевной кампании. И это несмотря на сложности. Прошедшие циклоны со снегом и дождями внесли свои корректировки в график работы сельхозтоваропроизводителей. Да, в принципе, вот маленько снег да дождь был, что вот отстали. А так сроки еще успеваем по срокам. Чтобы посевная кампания шла без перебоев, в поле постоянно дежурит машина технической поддержки. Настоящая кузня на колесах, где есть все самое необходимое, чтобы устранить любую поломку. Ну вот, компрессор продуемый, фильтра, в радиаторы дуем. Тут у нас вот масла меняем, там ТО или что делаем. Сегодня в агрофирме «Партизан» на посевной занято 4 таких ремонтных комплекса, которые обслуживают около 50 машин, занятых в весенне-посевных работах. До конца мая местным аграриям нужно обработать 18 тысяч гектаров пахотных земель, отданных под сою. Жизненно важно все на поле, чтобы находилось. Вот все здесь вот у нас находится, в полевых условиях. Тиски, вот, инструменты, все ключи. Тут у нас все, что в полевых условиях. Кузня на колесах, в общем. Сегодня в этом хозяйстве культивируют несколько сортов бобовых. Предпочтение отдают амурской селекции, но в этом году решили попробовать и хабаровский сорт с говорящим названием «Батя». Все подобрано так, что если не уродятся ранние сорта, урожай можно будет получить с поздних. К посевной кампании в агрофирме начали готовиться еще до Нового года. Поэтому, несмотря на многочисленные ограничения из-за коронавируса, в хозяйстве смогли завести все необходимое для весенне-полевых работ. Здесь создан необходимый запас горючего, семян и сельхозхимии. Все, что планировали с осени, завезли там семена кукурузы на зерно, семена на силос, там травы, все, что это, удобрения, все до Нового года мы привезли. Поэтому поставки на нас это не повлияло. Есть маленькие проблемы с гербицидами по зерновым, но там есть чем заменить и как. Остальное, в принципе, нормально. Посевная кампания по области должна завершиться к концу мая. На сегодняшний день сев сои идет во всех районах Приамурья. Аграрии смогли обработать почти 14% пахотных земель. В переводе на цифры это 120 тысяч гектаров. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.